Москве час дня. Здесь на сцене Анастасия Юрьева. Здравствуйте. В этом выпуске ушел из жизни бывший президент Грузии Эдуард Шеварнадзе. Киев намерен взять в блокаду Донецк и Луганск. И не выходить на улицу советуют жителям юга Японии. Теперь подробнее об этих и других новостях. Ушел из жизни бывший президент Грузии, экс-глава МИДа Советского Союза Эдуард Шеварнадзе. Об этом и Тартас сообщили в пресс-службе политика. Он скончался сегодня в Тбилиси. Эдуарду Шеварнадзе было 86 лет. Один из его ближайших родственников подтвердил кончину. Шеварнадзе возглавлял Грузию с 1995 по 2003 годы. Он также является автором книги «Мысли о прошлом и будущем». В ней рассказывается о политической жизни России 90-х годов, ситуации на Кавказе, а также приводятся воспоминания о встречах Шеварнадзе с Рональдом Рейганом, Маргарет Тэтчер и Джеймсом Бейкером. Укрепить свои позиции и линию обороны намерена сила народного ополчения самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Ополченцы перегруппируются. Об этом сообщил Интерфаксу руководитель информационного центра «Народный фронт» Алексей Чмиленко. Он добавил, что под городом Попасное гранатометчики лидера народного ополчения ЛНР Алексея Мозгового обстреляли позиции украинской армии. У ополченцев обошлось без потерь, обстрадавших страны силовиков информации нет. Между тем, Киев намерен ввести блокаду Донецка и Луганска. Об этом в эфире телеканала «Интер» Причина смерти Сергея Цапка, который получил пожизненный срок за убийство станицы Кущевская, выяснит судебно-медицинское исследование. Сегодня осужденный был обнаружен мертвым в медицинской части следственного изолятора Краснодара. Подробности нашей радиостанции сообщила старший помощник руководителя управления по связям со СМИ управления СКР Краснодарского края.